Керченский певец Игорь Дишкантюк приступил к съемке клипа на песню «Птицами станем». Игорь сам придумал концепцию видеоролика и принимает непосредственное участие в его создании. Певец не скрывает волнения, потому что это самый первый его видеоклип. Самая хорошая, любимая команда – это моя любимая актриса Анастасия, актер Владимир, визажист Ирина, Сергей Швидин, мой хороший друг, самый лучший видеооператор вместе с Денисом Румянцевым. На Дениса посмотрите, пожалуйста. Вот его покажи, он с фонариком стоит. И будем снимать сегодня клип, сегодня первая сцена у нас. Сюжет истории не раскрывается, но мы можем понять, что в нем есть любовная линия между двумя героями. Это такая съемка для нас очень особенная. Да, мы уже много где выступали, много где участвовали в показах, в каких-то фотосессиях, но это будет особенная для нас работа, потому что здесь мы покажем самые настоящие искренние наши чувства. И в клипе кое-что произойдет, мы не можем пока рассказать об этом, но... Это будет очень сложная и одновременно интересная и трогательная работа. Птицами станем с тобой, и в небе растаем. Мы растаем, крылья нам дарит любовь, и мы улетаем, улетаем. Вчера поздно вечером съемочная группа сделала первый кадр будущего клипа, в котором герой переживает трагическую минуту, держа руку бездыханной девушки. Как только кадр был отснят, певец разбил тарелку, как это делают на киностудиях. Игорь рассказал о том, что видеоклип будет сниматься в Керчи и на южном берегу Крыма. Съемки займут порядка недели, а постпродакшн около 3 месяцев. Фанаты уже ждут.